Dzień dobry, bratwa. Может, кому правда вечер. Я сегодня хотел бы поговорить о такой прекрасной приблуде для подводных охотников, как бульбулятор. Ну или верхний трубку, клапан для трубки. Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей. Я давно обещал Виталику Лохтину сказать свой отзыв от данной конструкции клапана. Случилось так, что я не смог его раньше опробовать, а это буквально вчера я, невзирая на то, что у нас на основе мутняк, я взял маску, трубку, поехали искупнуться. Ну и заодно, думаю, попробую, не терпешь, как работает сия штука. Что же выходит? Это уже не охота, это рыбалка получается. Что я могу сказать? Ну, прежде чем я, скажем так, ее в дело применил к себе и стал ее пробовать, я, естественно, слегка над ним поработал, а именно позашкуривал шкурочкой всякие вот эти неровности все. Значит, здесь убрал ступеньку, потому что, ну, сразу, когда возьмешь этот клапан в руки, ну, как бы такое создается впечатление некое, ну, грубоватого исполнения. Ну, в плане чего? Хотелось бы, конечно, чтобы он был такой менее массивный. Ну, хотя я же сам понимаю, что это не получится. Просто пойти по пути, может быть, утончения вот этих самих его трубок, деталей. Ну, тогда, опять же, насколько он будет прочный. Как бы, ну, как Виталий говорит, что ты там к снаряге относишься так очень щепетильно и под ноги не бросаю, ничего не наступаю, скажем, но, скажем, большинство, ну не большинство, а многие охотники, скажем, относятся к этому делу попроще, где-то в лодку бросил, оно лежит, если сделать из более тонких материалов, я же понимаю, что оно придавил, наступил, он лопнет, там треснет, еще что-то с ним произойдет. Поэтому, ну, маем то, что маем, исходя из того, что мне дал Виталий на пробу, так сказать, спасибо, Виталь, огромнейшее тебе. Я, как и обещал, сразу же, буквально на следующий день, опробовавший прибор, решил снять ролик и рассказать всем остальным, кто как бы не видел и не знаком с клапаном данной конструкции, высказать свое мнение. Итак, как я уже сказал, что я убрал здесь трубка такая толстоватая. Я убрал, если видно, видите, вот здесь такая была как бы ступенечка. Здесь сделал край так, что он не цепляется. Ступенечку эту я убрал для чего? Потому что, ну, как бы я любитель полазить по корчам, по траве, скажем, и чтобы не цеплялось. А вот эта ступенька, она как бы так, ну, рукой проводит, что есть где-то между веток, и оно будет цеплять, вот, хруст появится, как бы. Ну, сделал более такой овальный, как бы, чтобы оно скользило, а не цеплялось. То есть клапан более такой обтекаемой формы получил. И что я могу сказать, что еще сделал? Значит, я применил трубку Бушат Актива, хотя я считаю, что вот, вот такого плана клапан, наверное, трубку стоит применять более твердую, не такую мягкую, как это. Почему? Потому что, ну, сам клапан как бы такой мощноватый, парусит, ну и слегка как бы может болтаться. Хотя же, что это я попробовал так на водоеме просто понырять там по траве, где-то по кустам, по каким-то попытался посмотреть рыбку. Как он будет в охоте себя вести, посмотрим. Хотя, ну, то, что я, скажем, от него не откажусь, и то, что должно быть все нормально, это нормально, может просто, ну, как бы, на сильном течении, хотя вчера вот на основе течение довольно приличное было, оно как бы сильно его не болтало. Как он на глубине там, это потому что вчера я
метров до трех где-то нырял, глубже не нырял, я без снаряжения нырял, то есть маска, трубки и все. Поэтому как он на глубине себя повезет, хотя, не знаю, я пробовал разных типов клапана. Никого не буду убеждать, клапан хорошо или это плохо. Это тема совершенно другого разговора. Я считаю, что верхний клапан он должен присутствовать. Ну, во всяком случае, для меня это плюс. И как бы я от этого отказываться не собираюсь. Посему, какая уже у него будет конструкция, это дело выбора каждого. Так, до сих пор я пользовался вот такого клапана. И вдруг, как видите, еще мягче, чем Актива. То есть, вот такой клапан. Ну, меня, в принципе, устраивало, но попробовал вот этот. Я так вижу, что дышать в нем явно легче, потому что здесь за счет вот этих маленьких отверстий оно все-таки идет сопротивление дыханию. Здесь же отверстие ого-го. Причем рекомендую, кто такой клапан себе поставит на вооружение. Значит, смотрите, что я сделал. Я взял трубку. Внутрь трубку это загнал шприц, двадцатку, то есть обрезаете донышко и вот этот ободок, за что пальцами держится, и получаете тоненькую трубку вот такого размера примерно. Распарим в горячей воде трубку, тогда она становится мягкая, эластичная. С мылом смачиваем сам шприц этот обрезанный. И тогда он легко туда заходит, на нужную вам глубину. Вот он зашел, у меня аж, если посмотрите, вот он, его даже не видно, он аж туда утопился где-то на сантиметр. Вот видите, и получается, как бы трубка даже тоньше, чем в этом месте. Чего мы добиваемся таким образом? Первое, это то, что плотно одевается, как раз получается, совпадение диаметров, одевается клапан очень плотно, он не соскочит, дополнительной изолентой подматывать уже не надо, так как вот в данной конструкции, а у меня были случаи, когда просто я в кустах слетал, то есть где-то зацепил за ветку, непримотанной изолентой был, и вот такой клапан просто улетал, я выныриваю, клапана нет. Как бы. То есть в данном случае ничего как не сорвет, плотно держится. Это один момент. Второй момент. При одевании клапана с меньшим диаметром, чем сама трубка, то есть, ну, давить его вы как бы можете, на горячую там или как угодно, но что мы получаем? Мы получаем то, что он просаживает саму трубку, то есть, ну, делает в этом месте, он ее сжимает, и получается проходное отверстие у трубки уже уменьшается, и как бы это затрудняет все равно дыхание. Я считаю, что оно вроде кажется, что там мало сжимает, но сжимает оно прилично, и получается, да плюс толщина трубки, получается, что мы заужаем, конкретно заужаем само отверстие в трубке. Посему лучше вставили, то есть шприц этот не дает вам сжать трубку, и опять же он дает вам плотную посадку для такого клапана. Ну, что я вам хочу сказать еще, чтобы долго не рассусоливать, я же говорю, что я там буквально с первого, со второго нырка понял, что клапан нормально работает, в плане, как он, во-первых, и дышать, потом, когда ты выныриваешь, то, что он не захватывает воды. Это мне сразу понравилось, я это заметил. Ну и дышать, вентилировать легкие через такую конструкцию клапана мне очень понравилось, как бы. Намного проще и легче, чем вот такой клапан. Этот клапан как бы разработал, ну, разработал, наверное, громко будет сказано, потому что, как со слов Виталия Лахтина, я понял, что он как бы о такой конструкции клапана уже задумывался давно, и поэтому как бы, ну, я не готов сказать, кто изначально, скажем, родил эту идею. В настоящее время воплотил ее в жизни. На форуме есть у нас, на форуме абордаж, Антон Копа.
и Артем Михайско, они как бы были вдохновителями этой идеи, естественно, вынесли на суд подводных охотников. Кто-то там пытался что-то подсказать, кто-то палку составить, ну, образно говоря. Но, тем не менее, общими усилиями, благодаря вот этим ребятам, как бы клапан этот появился на свет, о чем я очень доволен, как бы буду пробовать его в боевых условиях. Но пока первое испытание он прошел на отлично, я считаю, что классный клапан. Кто желает приобрести такую приблуду себе, я понял так, что они реализовываться будут через магазин «Абордаж». Поэтому ссылку опять же я брошу под видео. Заходите на форум «Абордаж», на сайт. Этот сайт создан именно для тех охотников, которые считают себя профессионалами, либо хотят таковыми стать. Ну, единственное условие, чтобы удержаться на этом сайте, это запрет на любые обсуждения там или попытки столкнуть тему в политическое русло, либо же в русло обсуждения вероисповеданий, там споров о великом там. То есть сайт создан сугубо для подводных охотников, поэтому приглашаем всех, независимо от места жительства, дислокации, вероисповедания и прочего. Единственное условие, человек должен быть подводным охотником, стремиться и желать как бы поделиться опытом, самому подчеркнуть опыт. Посему приглашаю всех, регистрируйтесь, заходите, ссылку опять же на сайт я сброшу под видео. Ну и соответственно, новинки всякого рода вы сможете опять же через сайт и магазин «Абордаж» сможете себе приобрести, как в частности данную модель клапана. Стоит он там что-то недорого, я не помню, что так, если в баксы перевести, так, наверное, около 7-8 долларов. То есть, но я же говорю, довольно достойная вещь, причем она до проста до безобразия. При этом она крепкая, работоспособная. Ну, остальное испытание посмотрим в бою. Я так думаю, что даст Бог, на подводных репортажах с подводных охот я буду делать и показывать и рассказывать, как в той или иной ситуации проявляет себя этот клапан. Ну, что? В общем, это все, что я хотел вам показать. В следующем ролике я продолжу серию свою, скажем, обзоров о ружье Зеленко Пеленгаз. Как бы я его показывал в голом виде, в котором я его получил. Теперь оно несколько другой вид, как бы легкий апгрейд. Ну и с вами поделюсь, покажу, что я чего там к нему поприкручивал, поприматывал. Как бы единственное. Ждем испытаний, то есть ждем более прозрачной водички, потому что ну, сейчас на основе, куда я езжу, в основном охотиться, там видимость сантиметров 30, не больше, поэтому ну, охота, сами понимаете, никакая. И как только видимость увеличится, значит будут репортажи с полей. Всем всего встречи. Четности, всего самого хорошего, мира в ваш дом, удачи.